По данным Левада-центра, породистых собак содержит 12% владельцев, кошек – 8%. Вот и открывают любители свой бизнес по разведению разных пород прямо в квартирах или на дачах. Этот сегмент рынка не регулируется государством, что значительно упрощает деятельность заводчиков. Эксперты и представители органов власти полагают, что эту нишу нужно лицензировать. Это как-то надо снова порядочить, потому что очень много вяжут собак, коммерческие цели преследуя. И тут как пошла мода на лабрадоров. Вяжут всех с родословными, без родословных, потом эти все собаки в приютах оказываются. Как отмечают в комиссии Московской городской думы по экологической политике, нужно сделать этот бизнес легальным, так как большое количество частников не регистрирует свою предпринимательскую деятельность. По мнению экспертов, законопослушные бизнесмены не пострадают, а потребитель получит гарантии того, что животное содержалось в достойных условиях. А главное, что питомец здоров. Наталья Попова, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта».